Ростов-на-Дону – это город, который мы традиционно очень любим, в котором прямую речь регулярно принимают. И нам хочется отвести им две своих таких бестселлерные лекции, которые обычно собирают больше всего народу. Во-первых, мы хотим поговорить о Гарри Поттере и о том, почему именно этот текст стал Евангелием 21 века. Это с детьми. Лекция сложная, и поймут ее только дети, поскольку они единственные, кто Гарри Поттера вдумчиво читает и правильно понимает. А вторая лекция, она о главной книге для взрослых. Об истории и антологии советского анекдота. Ее тут недавно собрали, собранная Николаем Мельниченко антология советского анекдота насчитывает 1500 страниц. Вот о нем-то мы и будем говорить, потому что это, наверное, величайший вклад России в копилку мировой художественной культуры. Зачем нужен анекдот, как он строится, как он выживает сегодня, в каких формах он живет. И главное – рабство это или небывалая свобода русской души? Естественно, возникает вопрос, на какую аудиторию мы собираемся все рассказывать. Конечно, на Гарри Поттера можно привести и взрослых, потому что они тоже кое-что в нем понимают. А на вечернюю лекцию об анекдоте, пожалуй, можно взять и детей, потому что детский анекдот – это особая разновидность, самая гротескная, абсурдная, самая модернистская разновидность русского анекдота. Я со своей стороны обещаю рассказывать все только в пределах цензуры.